Всем привет. Сейчас поздняя ночь, поэтому буду говорить немного тебе потише. Это Лига. Играют Спартан и Легион. Это у них вторая игра. Кто первый выиграл, я не знаю. Так, первый выиграл Спартан. Заказывает он себе 3-0. Ставит. Ставит 3 морфа. Но, в принципе, с этим пиком он может сделать и 4-0. Так, Легион имеет в пике алхимиков. Сделан все одно виспа. Босс второго алхимика, видимо, доставлять на вторую. Все понятно. Спартан же сделал рерол. И оставляет себе полтишок запаса. Возможно, у него что-то еще есть. Но если он начал через морфов, то я бы доводил эту линию до логического конца. То есть начальные там 4 левела он может через морфов играть, а дальше уже выходить в каких-то других юнитов. Ну да, пики интересные. То есть здесь инкомный такой более вариант на морфах, здесь же более надежный на алхимиках. Ну не факт, что надежный. Не знаю, как я буду Легион здесь разыгрывать алхимосов. Тут уже Урса на второе летит. Так, что будет ставить Спартан? Да, это не 180, тебе как бы не хватило бы на стандартный юнит, то есть если только второстепенный юнит, типа там за 130. А, ну капитан, да. Огр тоже пойдет. А то вот у него. Ну, либо огр, либо что-то подешевле. Решает он пиви ставить. Как-то он интересно ставит. То есть слот от стены и слот отсюда. Сейчас посмотрим, кстати, как будет агрить. Но Легион не засылает, сам ставит второго химика. Ну, тут деф будет, и сам он ничего не кинул. Спартану это будет легкий деф. Второй. Смотрим. Еле-еле вообще сагрилось. Нужно выше ставить вот этого пиви. Орк там вообще даже не подумает остановиться. Так, тут виспы. Так, 4-0 сразу. Так. Он успеет орка накопить. Если он его хочет передать, то он успеет. Ну, отвод ему смысла нету ставить. Но зачем? Ты сейчас так дефаешь. Тебе засыл пришел. Что тебе там хермит придет, он как бы ничего тебе не сделает, это не надо. Вот он доставляет еще одного пивика, мог бы одним обойтись.
Составляет еще капитана. Так, идет орк, как и думалось. Сука, оп, выделил. А он его не стакнул. Плохо. Лучше бы он его стакнул. Из-за того, что отвод плохо поставлен, орк сразу, как бы, ну, он не увидел бы отвод. Из-за этого, видимо, он решил... Я хз, в принципе, что он решил. Он стакнул скорпов. Скорпы пошли, орк отвод не ушел. Ну, пропуск такой стандартный, 10+. Так, а что там по... Голде 70-80. Ну да, что-то Спартан перемудрил немножко. Ну, в принципе, еще играбельно все. Легион сделал 5-0. И по идее ему, ну, он надеется на то, что ему должно хватить на ап алхимика. Иначе с четвертой бороться будет тяжело. Ну да, здесь хватает. Апаться должен вот этот. На пятой волне. Из-за этого у него будут проблемы. То есть более слабый инит здесь умрет быстрее. То есть все по фокусу. У него хп меньше, его зафокусят. Потом на этого. И меньше ДПСа будет внесено. А так, этот бы танчил, и этот бил бы больше. Ну, дольше, и, соответственно, больше бы урона внес. Но у него есть отвод хороший в виде банш. Поэтому всякое может быть. Да, Рассел тоже это отмечает, что химик апнут у стены. Это я тоже считаю неправильно. Тут пока тут вот ошибки в отводе, а здесь... Ошибка в том, что апнет не тот химик. А, у Спартана уже 4-2. Интересно, что он будет ставить к пятой. Или морфов апать вообще собрался. Он, кстати, же пропустит, наверное. Но немного. Или деф все-таки. Четко-четко он дефнул. Прямо вот тютелька в тютельку. Ну, он может апнуть капитана, но это не очень затея. Лучше ставить Т5. Висков он не заказывал. А здесь делается 6-1. Может, туретка какая-то есть? Но ему обязательно сейчас нужен отвод и плюс какой-то юнит сюда. Может, сентри какой-то. Пак. Ну, пака, в принципе, скорость атаки шустрая. Более-менее такой вариант мне нравится. Будет он добивать птичек. О, здесь медведь есть. Отлично. Так, Спартан копит у легиона. Тоже есть лес. Ну вот, первый алхимос сдулся. Без засыла, пропуск 5 штук, 70-80, и тут лепится 7-2 сразу же, то есть легион планирует, видимо, к 7 уровню апнуть второго алхимика и все. Ну, если будет много мелочи, то это беда.
Так, а вот Спартан, что будет делать Спартан? У него очень много вели такого, скажем так, бесполезного к на седьмой волне. Сейчас он, видимо, решил он окнул ферму, да, понял. Поставил еще медведя, потому что он его все равно поставил к седьмой. Ну и на семь он апнет, думаю, у стенки, который. Ну, в общем, у него есть морфы, есть капитаны. Там он, наверное, морфов апнет. Ну, Спартан в чате написал, что типа у Легиона проблемы на восьмой волне, что он без засыла пропустил. Легион мог подумать, что типа, ага, мне будут на 8 слать. Но пока что не ведется на это. Возможно, у него волна, и ему похер на 8. Но нет, он решает тоже слать на 7. Здесь же у нас Виверна, Урса, Менты будут добавляться. Еще Хермит, по идее, должен быть. Но думаю, Легиону здесь будет больно. От этого медведя ап. Почему этого-то? Этот бот стоять в стенке и бить дольше всех. Не апнутый мишка, как бы, на 7 плохо очень. Он тут тупо как мясо. А вот апнутый, да, он будет нормально раздавать. Но опять не тот апнут, как по мне. Еще отвод усиливается. Здесь же отвод одинарный. А ферма сделалась, добавляется еще отвод. И, наверное, тройной он будет делать. Нет, решил оставить двойной. Смотрим. Тут, ну, Урса, Хермит, Виверна, мелочь. Тут орк есть. Орка опять не стакает. Ну, тут тупо весь инком уходит на время. То есть ауры все вредные. И видим под фокусом медведь. Тут остается один химик. 16, здесь пропуск 13. Сейчас зависит будет все, у кого какие скиллы на кинге. В первую очередь должно апнуться хп. Ну, тут не горелка, а тут горелка, понятно. Ну, тут даже с горелкой хил уходит из-за виверны и усы. Так, хилок, тут тоже хилок, но Спартан еще рискует слить вообще, потому что у него остался только один стан, атаки у него не вкачано, но нет, выживет он тут. Но должен он опасаться за силы на 8. Но ему, походу, пофиг. Типа у него есть морфы. Он сам кидает чуть-чуть на 8. Здесь ставится вообще тайт. Ну, кстати, да, нормальный вариант. Так, делается виз, папается два морфа, как я и думал. Тут регена у легиона нету. Так что я думаю, даже вот эти 6 ментов могут
7 ментов зарешать. Разменялись они хилами, и это значит, что сейчас игра будет идти до первой ошибки. То есть нужно сейчас вдвойне продумывать всю стратегию игры с имеющимся пиком. По-другому играть сейчас нельзя, ребятам. Походу деф все-таки получается. Ну, засыл не очень большой. Грубо говоря, одна урса по лесу. Так, легион закинул на 9. Две урсы кадуэ. И добавляет он мелочь. Но в данном случае, если он закидывает, он должен строить на фул. То есть либо, не знаю, апать гидру. Ну, он забирает как бы через масс милишников катать. Полагаю, что тайда он апать не собирается. Апнет вот этого алхимика. Остальное вкинет в ламбер. Тут же есть мишка. Ну, не знаю. Я думаю, что деф будет. Если и будет пропуск, то он не слишком большой. Все-таки мишка — это такой сильный юнит. Может он порешать деф. О, как он хорошо зашел там к стенке. Будет дольше жить. Уже два реген вкачан у Спартана. Ого. Пропуск 17, это много. И со станом. Ну, тут надо аптечки на года. Опасненько. Так, легион. Ну, он сейчас дождет 7-4. Может и 7-5 сделает. Так, урсу. Давай, давай, давай. Ну вообще тут пахнет ГГ. Потому что ХП нет. И стана у него на три раза только. Сейчас еще хермит придет. Ну это поражение, что. Довольно обидно проиграно, на самом деле. Ну, что поделать. Такая вот игра.